Информационное агентство «Курск-Сити.ру». Мы с вами уже 19 лет. Сегодня в Курском доме журналиста прошла пресс-конференция с руководством футбольного клуба «Авангард», на которой представителям средств массовой информации поведали о грядущих планах «Белоголубых». Главная футбольная команда из Курска после оглушительных результатов двух прошлых лет в текущем сезоне показывает совсем иную игру. Увы, не самую впечатлительную. Всего 2 очка от вылета из турнирной таблицы ФНЛ отделяют наших футболистов. К тому же клуб покинули несколько ведущих игроков. Бомбардир Роман Минаев, игроки Артем Фичук, Илья Кубышкин и даже спортивный директор клуба. Все они покинули «Авангард» в том числе и из-за внутренних финансовых трудностей и, по слухам, и так называемых зарплатных потолков в размере 150 000 рублей. Теперь же ставка будет делаться на местные спортивные дарования и лидеров футбольной академии «Авангарда». Вершина футбольной академии нашей – это молодежная команда. То есть мы сделаем и будем стремиться сделать таким образом, чтобы вершина структуры футбольного клуба и, соответственно, всей была основная команда футбольного клуба. То есть почему это важно? Чтобы молодые ребята непосредственно, они не упирались в потолок, да, в свою молодежную команду, а они непосредственно проходили путь от молодежного футбола непосредственно к профессиональному. Как будет идти игра с молодежью в будущем сезоне, неизвестно. Но покидать ФНЛ «Авангард» не спешит. Стратегия также включает обширный ряд инноваций в клубе, даже с привлечением в игру прекрасного пола и дальнейшей популяризации женского футбола в Курске. Более подробно о грядущих планах лидера курского футбола читайте в специальных материалах на нашем сайте. Информационное агентство «Курск-Сити.ру». Мы с вами уже 19 лет.